Все, что останется уже завтра у нас вместе с РСК. Когда идет все нормально по боссам, тогда перезагрузки затягивают время. Козлы не админы. Так, Варнакели. Две роги напуливайте на Мордонса, Валанера и Талдарама. Все, проверка. Хейк, я могу дать тебе пару словарей за вежливо лично. Мне лень. Грилит. Все готовы? Давайте танки на счет 3. Раз, два, три. Ваши. Если, короче, будет второй Талдаром, ну, после Валанера, то тогда дадим, дам Геру, короче. Если будет Келесит. Я так понимаю, это особо моральное уничтожение. Не знаю, я прикалываюсь, я просто как... Наиболее слабо нервных. Ну, тут ничего не должно быть такого. Но это же все-таки не скрип по стеклу каким-то острым предметом. Это, между прочим, приятно. Вот кому-то даже приятно, представь, да? Так, смотрим. Что-то у меня, блядь, не показывает. ДБМ, сука, на одном персе. О, Талдаром. Даю Геру. Видите, как удачно. О. Ну, короче... О. Короче, кинетики там бьют, надеюсь, все нормальные ребята. Так что... Блин, ебучая камера зависла. Опа. Смотри, как надо кайтить. Опа, 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 раскайтил, блядь. Блядь, ебаная воронка. Короче, в Гере этот босс даст просраться, там такой дамаг, пиздец. Там еще когда бегаешь, стаки накапливаются. Все, вора. Ребята, аккуратнее, пожалуйста, только сферы не убейте, а то я сдохну моментально. Ветерок рядом. Есть отвести его. Ветерок. Можешь отвести? Милики, нет, не подходите. Смотри, отводи, только не потеряй сферки. Ну, не рискуйте, лучше не кастуйте туда сокрушение, то все сферы сразу с него слетят, и просто он умрет. У меня прям слюнки текут, я сокрушение нажать. У меня тоже сегодня текли, я первый по ДПС был. Топ из-за того, что сокрушение нажал, стал четвертым по ДПСу. Скоро смена. Про сокрушение. Ну, пора бы уже. Не, блядь, я их не бил. Это ракета тьмы такая, особенная у ШПшников 4Т4. Вы видите такие пружинки из белого света? Вот, блядь. Блядь, она разрослась, как я подошел. Нурик, блядь. Я не заметил, она разрослась, как я подошел. Там помимо тебя еще человек 10 не замечают. В Гере дамаг просто больше, там эта вся хуйня будет шотать. Зато я на профи засобил. Иначе сзади падает. Блять, вот почему она ходит постоянно? Ну, наверное, потому что есть такая фишка тут. Если с таунта начинаешь... танкишь ядро, то оно через некоторое время от тебя может свалиться. Интересно, как мне туда его забирать, если оно в центре? Хуй забить на него. Или просто метательным. Да, просто надо забить и все. Так. Ну тут этот трэш просто аккуратненько агрите, чтобы это... Не сдохнуть, короче, ну понимаете, да? Нет, мы не знаем. Плащ с меткостью. Так, ну давай прозраливаем еще дальше, что есть. Сейчас будет два токена. Токены, короче, я посмотрю, какие всего есть. Один, три навара шамана и один на паладина. Вот. Кому надо вот один на паладина? Киньте. Мне на паладина. Так, тебе на паладина. Вот уже кто-то сдох. Ну, хули, тактик по рейду бегает. Так.
Походу у тебя на Т10 охуенно. Один жрец чернокнижник? Да. Если не особо надо, я на жреца буду неспешно забирать. Мне только одна штука нужна на жреца. Ну, да. Так. Потом тогда. Где вы там стоите, блять? Я бегаю как в тумане. Так. Токен. Ну и три навары. Смотрите, кому там надо ханты, вары, шаманы. Я, кстати, не знаю, мне на эршама пригодится, кто знает. Вроде, да, эршаманы с двумя Т10. Он боешка, может, четыре нормально дает. Мне один надо. Ну, это уже так уже, чтобы РБК бегать. Кому один надо? Вару бегаешь. Я тогда, наверное, возьму себе... Вот я тебе сейчас один отдам и два возьму. Вдруг когда-нибудь ты 10 сделаешь. Чё говоришь? Там два тактика у меня прилетело. А, Мордонец сдох. Вот оно что. Ну давайте, там хилим портовара. Два тактика, внимание. Нужно, наверное, убить одного сначала, вот у которого половина хп. Потом убить второго. Вот, а чтобы он не чаржился, надо встать в одну точку вместе с этими тактиками всему рейду. Вот один тактик остался, давай его добьем. Так, ну пока ты танчишь, я тебе тогда, наверное, кину в обмен эту хуйню. Так, дальше давай. Вот это бесполезная параша. Надо кому-то. Либо кот, либо рога, не знаю, на кого это. Ой, ну где-то плачет мутик, да, Женя? Блин, я бы потестил взять, но... Вот эти, как они называются, перчи. Контрольте трэш там, раздавайте стан, давайте сало вот этим мобам, которые кастуют, забивайте им косты. А зачем мне перчи? Ой, что-то не то дал. Давай обратно. Так. Где-то. Так, вот эта хуйня. Ну это тоже параша на распыл. А подожди, дай ретрику может. Я не знаю, может ему понадобится в ПВП. Скорость слишком будет, блин. Я бы себе тоже забрал. Так, кому это надо? На анхолика бы себе забрал бы. Кто? Ник какой? На танку. Нихуя не понимаю, блядь. Кейн. Кейн. Так, танку Кейн перч. А закиваю? Окей. Зачем оно тебе? Анхолика делать. Угу. Так, короче, Кейну, да, отдавать? Угу. Так анхолик разве не двуручка у нас? А почему тут перчатки и двуручка? Это не перчатка, это дробяшка. Он про перчатки говорил. Это перчатка. Дробяшка же там, один не, дробяшка. Не, мы про перчатки он... говорим. Дробяшка вот это вот. Вы же последнее желание ролили. Не, тебя, последнее нет? Желание это параша ненужная. Это танковская пуха. А перчатки ты не выкинул их на ролик просто. Перчатки вроде кидал. Вон раздирающий плоть. Последнее желание кинул. Раздирающий плоть рукавицы. А танку про что говорил, про дробяшку что ли? Не знаю. Дядя из всех это бьет. Да, он про дробяшку говорил. Ну давай отдам. В принципе, я не знаю, вроде как на офи. Ее вроде только паладины и носили, блять. Остальным она ну, бесполезная хуйня. Я не знаю. Не об этом же. Вот, блять, хилы вы тут? Какая-то хуйня, блять. Как-то вот сдох. Рарник, все сдохли, короче, про товар лежит. И но смотрите. Я что-то застояла. И все. Вот контрольте мобов. Не просто сдыхайте, а контрольте мобов, давайте им стан. Давай, Кейн, войско, короче, кастуй. Чтобы эти пидоры нас не пошотали сейчас, блядь. Тактика забейте. Ебать. Потому что тактика дотягивает. Нашли еще реп запинать. И били, потому что убили всех, но не тактика. Два просто. Тактика. Это второй. Все, сейчас пока они на войско отвлекаются, их надо быстрее убивать. И тем не менее, косты сбивайте.
Он рыцарь остался, его кто-то оковы киньте и таунт нажмите. Вон кинь оковы, таунт и оковы. А этих пидоров, кастеров разъебывайте, а потом уже рыцаря разъебете. Сейчас среснем всех. Так, танку последнее желание. Резать. Там боежка лежит, пишет. А-а-а. Уже два меча так и наваляются. А, это боежка. Если были бы там 264 еще да, а на 200 там мечи, они дешево стоят сейчас. Это параша какая-то валяется. Мешка внизу. Ну, да. Похуй. Что-то забыл про лут с этим разролом. Ладно, это потом уже. Так, ну, босс, босс простой. Только самое главное, у нас нормально по сейвам. Ну, короче, паладины, смотрите. Первая взлетка. Будет массакра и мастераур от танку. И будет сейв мордонца. На второй взлетке будет шиве от портовара и массакра и мастераур от Вероники. Это все подкрепляется, значит, на первой взлетке дается гимн на хп тянка и килая на первой взлетке всегда. Оба? Да, да, оба. И на второй взлетке оба Нурик и Сельдь сдают гимн на хп. Okay. Вот. Это будем надеяться. Ну, вы знаете, да, по прожимкам, по диспелу фера, все это знаете, на себя кидаете. На вторую тогда селедкой на себя антифер кинуть, чтобы сразу... Смотрите, объясняю всем четырем пристам. Когда идет пул босса, вот мы босса пулим через 10 секунд, к примеру, вы кидаете на себя сразу антифир. На первой взлетке на вас не подействует фир, и он откатится между первой и второй взлеткой, он откатится, вы его на себя повешаете еще раз прямо в бою, и тогда вторая взлетка, второй эфир вас тоже не зафиряет. И это будет очень круто, да. Вот. Что по особенности? Ну, я не знаю, давай расставим хилов, чтобы вы не нарушали рейндж с хилами. Допустим, я стою звезде. Кто там? Тянка Батяры стоит в кружке. И Килая стоит в ромбике. Вот эти три метки не нарушать рейндж. Так, а где хэпалов? Можно мне в центр? Под боссом можем. Да, давай, Килая, ты в центр, я в ромбик тогда. Если тебе удобно. Просто хочу доставать все, что шевелится. Не, без разницы. Давай. Так. И по хэпалам. Ну давай, хэпалы, короче, смотрите. Блядь, где вам место сделать? Короче, сами место найдете, я думаю, не подохните вы. Ну, скиллованные ребята. Вот, ну, где-то там, возле ступенек, пускай, допустим, Вероника стоит, я танкую и беги, ищи место где-то. Так, а кто там релогается? А, Алкина. У меня редфреймы после бута, короче. Ага. По укусам вы все знаете, я париться даже не буду. Ну, все, я думаю, сделайте. Самое основное, это вот эти прожимки все вовремя дать. Вынести всю эту парашу, тени, всю эту поебень. Сложнее всего будет из центра килла выносить тени. Вот. Если что, побежишь, ну я не знаю, ну назад куда-нибудь сразу. Там уже сама всем прохилишь. Сейчас танки на панель вынесу. Так, ну... Так, а давайте как, что у нас... Частицы, наверное... Ну... Давай, Вероника, ты посильнее, ты на Вара кинешь, а танку на мордонца. Нормально. Так будет. И есть уже. Есть. Ага. Все, проверка. Я пока не могу прочитать это заклинание. Букля. Кстати говоря, ну что насчет сопротов? Я предлагаю выпить, как бы я вас сам выпью. Если сейчас вдруг упадем, хилить, потому что тяжело, будете пить сопроты. Лучше сейчас выпейте, если у вас там подходит время. Кто не уверен, там хилы точно могут. РДДшники, вот маги всякие вот эти. У кого сейвов хуево. Ну, маги, смотрите, глыбу сохраняйте на взлетку. Там.
чтобы не сдохнуть. Все, короче, все готовы были. Так, давайте. На счет 3 будем пулять. 1, 2, 3. Поехали. Это было неразумное решение. Кто дрочит там, блядь? Микрофон. Давай быстро двигаться. Ага, отлично. И опять микрофон. Куда ты, Кейн? Сбегайтесь Кейн. Нахуй, что вы делаете, сука? Румынские разведчики. Я грили-то кусаю. Так, что там до фера 15, да? Готовимся. Вроде как. Ну, по ощущениям, вроде как сейчас должно быть. Сколько? 8 секунд, ферзь, 7, 6. Так. Глыбу ебанились. Грилить на свое же место, беги. Ну, снимите с меня ферзь. Ржимки? Гимны, кому говорил? Так. Сейчас после вихря, значит, Булкин, резай быстро буклю. Сразу по букле щиток. Букля сразу вставай. Булкин резнул? Нет, чуть не вижу. Сбежались. Укуси меня. Перемешань, ты укушен, я не вижу. Да. Окей. Укушен. Давайте вот хорошенько. Там лужа нормально? В луже не стойте, сука. Кто там... Ну, какое-то говно вы налили. Я хилом занимаюсь, блядь. Не... Букля... Не вайпитесь. Букля, ко мне подойди левее. Все, и стой около меня. Ребята. Я буклю кусаю. Сбегайтесь. Булкин. Укусы, смотрите, передайте, не проебитесь. Вот у вас там какая-то залупа. Дамаг получаете, пиздец. Лужу разлили, пиздец, второй. Ну, я не знаю, что вам сказать. Вы, ну... Завис. Я отодвинул. Блять. Сейчас еще максимум. Я хуею просто, ну я... Блять. Не, никак. Давай я Алкину подниму. Я вот думаю, блять, стоит вообще пытаться что-то выжимать здесь или нет, нахуй. Мы ни одного укуса не проиграли. Да? Меня снимите впервые, я сейчас умру. Не, ложитесь нахуй, нихуя не надо резать. Yes. Ложитесь. Это, лужи обоссанные какие-то, сука, ну лейте их дальше, чтобы... Вот, блядь, там пятачок, сука, не протолкнуть было между двумя этими полосками, блядь. Дайте диван кому-то, холодильный, блядь. Дали кому-то? Вы сразу убегайте, вот, история Булкин, мы где-то секунды две стояли, а побежали. Рарник, кинь диван. Нет, я не знаю, почему зависло. Не знаю, почему у вас зависло. Вы стояли секунды... Вот, тень вот... Не заходите пока. Развучали, вы секунды две стоите еще. Это я видел, как бегаю, а сервак-то не видит. Я стоял на месте, получается. При этом говне постоянно зависает. Не знаю, зачем. Можно? Можно.
Букля как сдох на взлетке на первое. Побежал в лужу. Бежал под фером. Ром. Фир в огонь. И маг... Народ, под фир разбегайтесь в центр, пожалуйста, чтобы вас в лужу не уносило. А ты я лужу... понимаю, что лужа разлита через жопу, но все-таки. Ты лужу не нес? Да, в центр разбегайся, там хотя бы 4 приста, возможно, кто-то соизволит задиспелить. Сейчас я еще тотем поставлю, чтобы пати хилов диспелить. А как, где вы дохнете, блядь? А что это? А Вальку вон ходят, убиваются. И это паладины, маги, роги. Если вы можете заивейдить, разлив теней, ивейдить баблы, кошу, что там. Лучше всего этот глыбу оставляете там, или бабл, на, как он называется, на взлетку, чтобы там точно не сдохнуть. Потому что если мы на взлетке будем укусы терять, там будет печально. Вообще укус нельзя ни один проебать. Да, ты говорил, что 4 приста в рейде. Хилов сразу выклю это, не учитывая, у нас очень много мясов идет. Через маздиспл. Ну, обычным диспл. Тут только шпшка маздиспалить. Я дам один маздиспл после префира, не больше. У меня пишет только сель 4 диспела. Массовым рассеиванием. И все. Больше никто, наверное, не диспелил. Не успели или я что-то? Диспелил, я сразу в гем. Ну, короче, первая взлетка также там, надеюсь, давал, да, мордонец и танку сейв. Ну, буклю, конечно, проебали. Дубовые вот перед фером можете прям отдать. Не знаю. Хотя это вряд ли спасет. Я не знаю, кидал ли танку, но я знавала. Ты на второй взлетке сдаешь с ШВ портовара. Что ты сдавала? Не, мы в два хила просто сдаем гимн. Вот первую взлетку ты сказал. ШПшки сдают на вторую. Да, да. Жрите рыбу, кто там, мордонец, резайся. Где ты? А, резните? А ты где лежишь, что-то не вижу. А, возле банка. А, сейчас резни. Уже резнули, спасибо. Так, надеюсь, сапротом. Пейте сапроты, берите из ГБ сапроты, пейте. Вот на букле я не вижу сапрота. Или мне кажется. Давайте сапротики ебашим. Потому что это снизит дамаг по вам процентов на 10, наверное. Ребят, подождите. Это хорошая помощь хилам. Короче, у меня этот Red Fame багнулся. Я хз вообще что делать. Кто? Кто? У какой? Окина. Окина, какой Red Frame у тебя? А, Shadow Unit Frame. Удали его нахуй и просто вытащи. Вот отключи аддон, если это аддон. Просто вытащи группы и все. Вот открываешь букву О английскую, вытаскиваешь группы. Ну и на будущее поставь Вуду топовый аддон. Ничего не багается никогда. Окей. Вуду топовый аддон. Там все можно смотреть, все делать, все, блять, охуенно. Если будут вопросы по настройке, могу показать, рассказать, что где тыкать. Ну, сейчас-то ты сможешь укусы передать, надеюсь? Да, да. Давайте тогда проверка на пул. Тянка. Все готовы. Танки давайте на счет 3. Раз, два, три. Поехали. У меня 2.17 хода. Ебать, какой дамаг по рейду идет, я хуею. Это мы под сапротами все? Жестко. Еще лагает.
Забегитесь, пожалуйста, к Холику. Спасибо, спасибо. Я сельдь кусаю. Секунд страх. Сдаю Лим. Короче, арканавта кусаю. Я не вижу, где сельдь. Так как зеленку тянешься, того кусай. Прожмешь перед фиром. Если ты зеленку прожмешь, то тебя не фернет. Ебать, сука. Говно ебаное, на соплях просто еле выхиливаем. Давай. У меня есть БР у Хейки. Так, букля рессой этого. Пала не проебите. Историю вот захиливаем. Фулбаф, каску, лапу, пристабаф. Вот теперь... Теперь я это сельдь кусаю. Сельдь укушена вроде. Укушена? Нет. Не укушена. Все, я кусаю. Тянка. Угу. Угу. Осторожно, лужа там, блять, когда будет взлетка, блять, пиздец, осторожно. Люди с укусами, там, если какие-то сейвы, тучки есть, глыбы, нахуй. Все оставьте на взлетку, чтобы на взлетке вы выжили. 8 Мама человек. Так, Дим сдаю. Ставлю тотем. СМ ману. Так, давай. Рарника укушу. Рарника укушу. Фейки. Вот до лантифера не откатился еще. Ратник, беги в сторону босса сразу. Давай, давай шве, Вероника, массакру бабл. Два на шп. Два шп гимны и башим. Давайте, давайте, давайте. Ратник, видишь, где я нахожусь? Я тебя не вижу. Все, главное укусы передайте, блять, сейчас. 8 человек, 8 человек. Святоса кусаю, короче. Все, похую, по хоть кого. Ну, нахуя вы хила кусаете, вы, сука? Как уебал бы, блядь, за то, что вы такое делаете, блядь. Лучше хила укусить, чем контроль. Надеюсь, видимо, ни до кого больше. Что, гера будет? Да, будет. Надеюсь, хватит ДПСа. Не придется на вас ругаться. Бер 40 секунд. Все, это, здесь, сколько там, 12 лямов. 30 секунд. 30 секунд, нормально. Главное, сейчас тени 5 секунд вынесите. Вот пакт, сбегитесь. Тени сельдь. Отлично. Пойдет, отлично. Блин, рядом с ним стою, он меня не кусает. Ну я не увидел тебя, Святоса укусил. Не знаю, я весь рейд вижу, где каждый стоит в таком месте. Пошли. А что ты мне отдал? Ты отдал. Пошли Вальку захиливать. Пальцы не сломала. Вальку захиливать пошли. А Вальку похилить можно? Да, можно, можно. Да, жесткий, конечно, ХПС у вас, ебать. Я хочу с паладинчиками полетать. Полетай, полетай. Только я вот не знаю, с тянкой мы захилим рейд или нет. Но если все будут помогать, типа танкам, станить, мобов, там, кайтить, не получать дамага от взрыва. Да, пиздец, наверное, жестко будет. Ну, посмотрим. Будешь не справляться, я останусь. Да лучше оставайся сразу, это бессмысленно, ну, летать. Ну, все равно холипалы очень сильно будут хилить, в отличие от холика. Холик, конечно, может похилить. Хуясь. Но холик на этот, на
под Геру отлично крылья даст на Вальку? Да, крылья. Нельзя будет на нее крылья давать. Почему? Вроде на ней постоянно можно висит дебаф, не дающий повесить на нее крылья. Вы никогда не видели? Я вешал как-то крылья. Ну, попробую сейчас, значит, когда будем захиливать. Ну, каждый раз, когда я смотрел, он доходит, короче, до конечной секунды и обновляется. Можно, конечно, попробовать лишними бонусами. Ну, крылья там, что, по-моему, на 40% от хил входящий увеличивают, да? Ну, вроде не на 40, меньше. Ну, или 30. На 40. Да, на 40. Да. А у нас Мардонис заново? Я не посмотрю. Я знаю, что Хата сдох уже 10 тысяч раз за этот рейд. Да ладно. Меги, брать. Меги бы не сдох. А чего, кстати, Меги не взяли? Я в Дискорде не был даже. Кого не взяли? Убийцу Меги. До этого станет. Ну они рольнули же, вот эти два ретрика. Этот и этот вот. Не замеряли ДПР? Не. Ну, я говорю, давайте, типа, на выбор. Хотите, бейте, хотите, киньте ролл. Кинули ролл. Ленивый. Ну, а чё лишний раз напрягаться? Охотницу мы забрали. Забрал. Маны бы сейчас. Согласен. Выпью банку. Бесконечной маны. Да у вас мана нормальная. Куда вы ману деваете? Вон тянка, смотри, сколько маны. Блять, а чё это за челик там стоит? Ван Сент. Мне говорили, холик, я самая манозатратная хилы, вообще. Ну, видать. Видишь, как. А, вот в чем секрет успех. А маги все фросты, да? У нас. Смотри, во-первых, у нас два ретрика. Во-вторых, у нас фросты. Они регенят ману, вот эта хуйня вся. Плюс шипешники, да, взрыв разума и баша. Монореген, ну вот, в принципе, если посмотреть, давай посмотрим полученная мана. Чё, как кто ресал? Где полученная мана? Ну тут два ретрика хватает на рейд, чтобы накидать вот это. Ну у тебя вот, например, килая восполнение, это что у нас? Восполнение у нас 7000 лора, 6700 эльнури, это дохуя цифр. 5200 рарник, хата 4200, 3200 сельдь и 3700 арканавт. На втором месте. Это 31 тысячу тебе зарегенило на лане. Нет, не забывай то, что там еще ее идет реген. Ее реген, вот восполнение маны, это ее, наверное, 14 тысяч. Потом вливание тьмы, это пет, скорее всего. Это. Или это какая-то. Нет, другая? Я не вызывала пета. Это какая-то раса, наверное, да? Я эльбезный. Короче, вот это и есть эльбезные 8900. Потом тотем мой резнул 8600, гимн надежды 1130 от Эльнури. Фласка 8к резнула, маны. Не, какая фласка? Раса. Раса, да. Там, видать, она... Сколько там? Это... Раз в 5 секунд или раз в 3 секунды? Раз в 4. Когда меньше 50% восстанавливает какую-то часть, там 3-4% сколько тут. Надо читать. Там она по 80 маны где-то регенит раз в 4 секунды. Там от базового интеллекта идет хил. Когда монореген хороший, в принципе, еще посмотреть, чем ты хилишь. А, так, сейчас. Просто вечная беда с маной. Ну, самое такое, круг, знаешь... Круг, флешка, молитва, обновление. Да, стандартное. Типа новому кругу, да? Тут особо, да, тут не просядешь. Это сейвовый, как он называется, вариант экономный называется. Плюс оно за молитва счет того, исцеления, что... Молитва исцеления — это нихуя не экономный вариант. Молитва, почему? Да. Молитва — это не экономный. Но у тебя молитва исцеления мало, 280 тысяч всего. Ну там, грубо говоря... Ну как бы у меня не было потребности именно ей хренач. Да, там и нет потребности, потому что МВшка, молитва восстановления, вот она... Круг лучше. Она еще хорошо идет с этим, с Т4. Вот именно вот этот бонус на хп-приста, он очень кайфово выглядит. Я холик, у меня не кольцо, у меня круг исцеления. Кольцо света смысла нет. Я пробовал как-то раз из холика сделать кастера именно. Чтоб он чисто кастами хилил. ДПС, хилил?
хилил, да. Такая нормально. Получается, но проблема с маной. Ну, с маной, конечно. Кастер, он... Да, в принципе, в у холиков пожизненно проблемы с маной. Он это очень весело играть. Там когда, на бисе только. Когда молитву исцеления начинают много юзать, ну вот в принципе вот где просадка на синдре, допустим, идет, ты начинаешь хилить молитву исцеления связующая, два стака прозорливости накапливаешь и молитву исцеления сдаешь. Кидаешь это... обновление, у тебя стакается мгновенная флешка, кидаешь несколько таких наивных флешек, под это ты хилишь кругом исцеления все равно, и потом уже кидать молитву. 4 она проклята? Нет. Обмоложение она просто ничего не обновляет вроде бы. Я через некритовые флешки не играю. Это вот этот, который ты всплеск чар берешь, и всплеск света я его не беру. А оно стакает мне прозорливость, халям. Я не люблю его, талант этот. Если бы он критовал... Я люблю вот этот камень. Иногда про него забываешь, да? Просто, да. Фонтан света любишь? Да, фонтан. Чтоб каждый нажимал на него, да, и хилялся. Да, потрогайте мой фонтан. Колонец, который? Да. Так, ну что? Ну, получается, звезда с кружком летают, короче. Краб или лог, кого вы там хилить будете лучше? Не знаю. Ну, у нас ноль хантов. Ноль хантов? Тогда лока. Два лока есть на выбор? Быстро двигался, да? Быстро двигался. Короче, смотрите, танки, ну... Кто слева, кто справа, там сами решите. Самая большая задача, вот, давай, допустим, алки напуливаешь на протовара всегда, история всегда на мордонца. Самая большая задача, это не допустить кружку и к звезде мобов. Иначе они их могут шотнуть, это будет пиздец. Все, проверка. Я, короче, посмотрю за протоваром, а вы, присты, смотрите за мордонцем. Я слева постою. Все... Я хилю все, до чего дотянусь. Все готовы, поехали. Да, я против часовой. Вот эта вот история и хата, вы словили парашу перед ебалом жирного, не ловите это говно. Просто бейте подавление. Вот, опять Булкин и Мордонец. Ну, Мордонец танчит, а Булкин под ебало не заходи. В Гере просто эта обилка будет больше дамажить, будет неприятно. Вот черви, примораживайте их, откидывайте, делайте там что-нибудь. А нужно спелиться спокойно. Берегите. Да, я диспелю. Скучно, тут хилить нечего. Ну да, скучно. Ты Геру. А пожалуйста. Ты во второй рейд приди. Там такая веселуха. Ты думаешь, я ни разу во втором рейде не была? Да, ты, блин, за что меня держишь? Там почаще бывает надо просто. Осторожно, сейчас. Я не пропустила ни один второй рейд. Еще вопросы? Ну, ебать. Ты же болеешь, зачем ты кричишь? Какие проблемы? Чувак меня с кем-то попутал, вероятно. Я не знаю, мне кажется, это было не всерьез, это, наверное, шутка была. Грозно, поздно, очень грозно, я бы заплакал уже. Ну, не смешная на редкость шутка. Да, не знаю. Поверь, это не весь спектр шуток, которых ты слышишь. А, то есть, ну, смотрите, если вы будете в хуевом настроении шутить, там, если я когда-то пойму, что вы троллите кого-то, блядь, буду на вас очень сильно ругаться. Я не люблю людей, когда троллят. Поэтому завязывайте с этой хуйней, чтобы я даже не знал о том, что какие-то тролли есть у нас. Должно быть у всех должно быть нормальное настроение. Потроллить можете вон выйти с подъезда и потроллить бабок у подъезда. Хули они там сидят. Меня таки толпой загасят. Так что потроллить людей здесь в игре и в реальности возле подъезда — это разные вещи. Так в реальности можно пизды получить от бабок. Вот я про это и говорю. А здесь в рейде можно и ГП получить. Можно еще и кикнуться с рейда за это. Так что...
не тролльте друг друга. Нормально общайтесь, не ругайтесь. Не умирайте на профессоре два раза подряд. Да, вот правильно все. Ты познал истину, блядь. Да, правильно. Это троллинг был, что я не понял. Да, это троллинг, да? Я не умею не материться. Нужно его наказать за это. Я сам себя затроллил, ну давайте, ну шо. Ой. А тем временем, что у нас там 70%, да? Походу после этих порталов будет уже Гера, да? Я так понимаю. Да, давайте. Вот сейчас, кстати, выйдут они с порталов. О! Сейчас выйдут, попробуешь духа повешать. Давай, вешай на Вальку духа. Крылья вот эти. Вот, ага. Вешается. Висят. И можете выбрать... А, в принципе, уже похуй, она сейчас захилится. Ладно, так, что, шея на танка только? Так, вот это классная шея, мне она больше нравится. Я вот не знаю, как вы думаете, будем чистить трэш до синдры? Открыть портал, открыть портал. Погнали, погнали, погнали. Один трэш, я посадил. Нет, трай не успеем. Почистить успеем. Пошли на лифт. После того, как комнату зачистим. Короче, пока будете чистить в комнате трэш внизу сейчас, я разрулю оставшуюся парашу там. Нам главное, чтобы, да, портал открыть, чтобы сразу к синдре пойти. Да, завтра. Завтра сразу на синдру придем. Синдра личи, этот, кто он? РСК. Мелких вроде бы не обязательно дракончиков танчить. Да, 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 я помню. Не будем их бить. Стойте, стойте, куда, куда? Алло! Назад. Остальных ждите. Этот, по поводу ЦЛКГР. Чё, ЦЛКГР, танк завтра суббота? Бля, я не знаю, даже стоит это дело свечи. По 25-ке еще ничего не известно. Я сегодня пойду с вечерней гильдии бить, я посмотрю, что к чему там. Хотя бы потрогать его там. Потрогаем. Не спешите. Блять, где там Святос? Подходите сюда. Святос. Это он тебя потрогает, а не ты его потрогаешь, понял? Посмотрим. Все, пошли в центр, да, заходим. Там, знаете, да, был один, и когда жуки в центр сползаются, это самое, даете гнев небес. Все там на пулы и дамаг. А когда две пачки людей этих с вихрями выйдут, придете в звездочку, а танки в центре это самое сведут трэш. Короче, пока эта вся хуйня проходит, давайте паролим. Так, это с совета у нас кольцо обоссанное. Я не знаю, на кого это кольцо, вообще может подойти. Пол хила. Оно просто ну, санина на распыл. Ну он сельди. Сельди он хочет. В кольцах, конечно, хочется таких, чтобы скорость была вместо крика. Так, вот эти плещи, я не знаю, ну рудру какой-нибудь бомжовский. Тоже беспонтовая параша. Так, давайте. Танкоплащ. Мордонец, надо тебе? Думал, нет, да. Отдавай лучше людям. А на офспек за ЕП? Этот плащ то классный, но... Зависит от количества желающих. Ты смотри, ты возьми, потому что... Мне не хватает. Меткостью я возьму, если вам... Не, отдавай, да. Потому что... Если у меня как бы есть. Рано или поздно все равно что-то придется менять, нужно будет меткость. Кому надо, Нурик? Так, сейчас будут белки или нет? Или сейчас эти выходят? Сейчас, сейчас хлопцы выходят, звезду идем. Кому надо плащ? Килан, кому надо? Вас справа лоби. Инфу дайте. Big damage. Hate memo, а ты хотел? Мне, да. Мне. А давай ему, у меня офспек танк, так что. И в принципе ОД хватает.
Ладно, да. Блин, Кила, ты где стоишь? Я тебе обмен не могу кинуть. Я в толпе моб. Я хилю. Так иди сюда, в звезду. Проходите лучше. Да мне там весело. Так. Плащ. Погоди, дайте инфу по этому плащу. Кейт Мимо сказал, что у него офспер. Если кому-то на мейн, может, надо. Я написал. Фон Биг Биг Вар, короче, написал. Я ж тоже вижу. Думаешь, Вару? Отлично. Вот это вот обоссанная три не надо кому-то. Не знаю, зачем она нужна, конечно. Для PvP нужна без лишней работы, конечно, PvP стрелки. Да. Заберу для коллекции, наверное, тогда. Создам PvP шамана, наверное. Они здесь не работают в PvP. Бонус отключен на аренах и да, PvP. Похуй, буду, значит. Если эта штука никому не нужна, я это позарю. Давай, килла я отдаю. Аня сказала, надо. Значит, буду собирать. Так, потом покоритель. Нет, в центр сбежались, кто везде там? Ребят, алло. В центр идем. Готовьте гнев небес. Покоритель надо кому-то? Так. Друле там никто друху не собирает. Вадя Конвон говорит. Тоже ральну. Не, Норик выралил. О, там, смотрите, там кому более нужно там. Так-то, в принципе, это все параша. Так, беспонтовая вот это вот кинжал. Не знаю, роги надо вам, нет? Нет. Ладно, на энха тогда заберу. Так, вот это тоже, может, на энха заберу. Бесполезная хуйня. Погоди. Ну, открыто. Пельмеш тебе не надо? А Нурик тебе на кого? На Редрика. Танку хотел, но на Редрика. Танку хотел, да? А. Танку можешь тебе, да? Плюс напиши, плюс минус. Ну чё, всё получается? Мы же открыли это? Да, нет да. Смысла чистить. Да, работает. Сейчас ещё эти, как они называются? Ты дракончиков? Нет, три боешки, шею и 3DS раздам. Сейчас. Так. Короче, эту парашу, рульте шею, кому она нужна, если мордонцу надо, то мордонцу отдам. Нет, у меня есть такая. А есть? Нам ну, есть. Значит, на оф, там, кому надо. Биг Дэмэш, тебе не надо? У меня есть такая же. Вот она будет получше, чем с броней. Не, ну та видишь, та с армором, то есть с армором, ну, мало ли, машина тоже где-то пригодится. Например, ну, опять же, здесь, видишь, здесь варов не так любят, то есть, например, на том же Личе лучше одеть с армором. Ну да, хорошо, на стопу подложить. Килла я закидываю там дальше, смотрите, если что, кому нужнее, передадите. Хотя боссов-то немного в целом-то, так. Где армор нужен. Так, давай теперь БЕшку и ДС. ДС. А кому надо на распыл шмот? Ну, мне можно. Давай, я полю. Тебе закину. Я реги потом на эти пускаю. На фласочки, на масла, то бишь. А ДС ролят только двое человек. В ГБ уходят. Окей. Ну, конкретно у нас в Ринге Леген. Выдаю ДС тем, кто собирает всякие шлемы. Так, у нас же Т4 будет апаться скоро. Точнее, уже апаться. Все захотят. А кому 25-й? Так. Ну все, все, значит, завтра собираемся. Сейчас уже все, все отдыхали. Завтра так, разберем. Пару минут, мои не разбегаемся, вам еще ИП начислять. Я тебе сейчас рейла скину, офнусь просто. Окей. Из рейда не выходи.